Ну, а дело экс-министра промышленности и энергетики Дениса Пашкова, который обвиняется в краже субсидий для завода «Септишмаш» в размере более 29 миллионов рублей, приостановлено. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции прокурор края Михаил Савчин. Дело в том, что чиновник покинул город. По словам обвиняемого, его здоровье резко ухудшилось. И с разрешения Следственного комитета он уехал на лечение за границу. В какой стране находится отстраненный министр и от какого заболевания он лечится, прокурор не уточнил. По выздоровлению дело возобновляется, с обвиняемым проводятся дальнейшие следственные действия, принимается законное решение по делу. Пока он болеет, никакие следственные действия не проводятся. Ну а вообще же, отметил Михаил Савчин, а он, к слову, работает у нас всего месяц и последние 4 года возглавлял прокуратуру Чеченской Республики, коррупционных дел в крае довольно много. За последний год 128 обвиняемых в превышении полномочий и взяточничестве.